У подножья горных вершин и сопок Древней Иверии проходило корпусное войсковое учение Краснознаменного Закавказского военного округа под кодовым названием «Кавказ». Прибывший в район учения член политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР, маршал Советского Союза Гречко, встретился с наблюдателями от некоторых государств Юго-Восточной Европы, участвовавших в совещании по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки. Корпусное войсковое учение «Кавказ» продемонстрировало способность командиров умело управлять частями и подразделениями в ходе боя, высокую эффективность советской военной техники и оружия, возросший уровень взаимодействия родов войск. Наглядно проявился высокий моральный дух советских воинов. В братском единстве с армиями социалистических стран советская армия является надежным стражем великих завоеваний наших народов.